Ну что, это закладка от еще не Познера. Каждый понедельник, иногда каждый второй понедельник, когда как, мы оставляем для вас книги в подписных изданиях на Литейном 57. Нашедший книгу с оттиском «Еще не Познер» может забрать ее абсолютно бесплатно. Мы начинаем. Книжка номер один в этом выпуске – Герман Гессе «Магия книги». Герман Гессе – Нобелевский лауреат по литературе. Человек, который оказал на меня колоссальное влияние в тот момент, когда я учился в институте и на всех вообще моих товарищей он как-то влиял. В общем, мы его очень любили читать. Его повесть «Степной волк» почиталась как культовая. Я думаю, что не только в наших кругах, но и в ваших тоже. Книга, которую издательство «Лимбус Пресс» нам представляет, называется «Магия книги». И посвящена она самому дорогому, что у нас есть, книгам. Ну вот смотрите, какое здесь содержание. Любимые книги, магия книги, общение с книгами, о чтении книг, чтение и собирание книг. Кроме книг, Гессе здесь пишет о своих любимых писателях. Это Музиль, Конрад, Шпенглер, Свифт, Андерсон, Кьеркегор, Ортега и Гассет. В общем, книжка необыкновенной ценности. Ищите ее в подписных изданиях. Книги сегодня все какие-то совершенно замечательные. Автор, которого я люблю всем своим сердцем, Корней Иванович Чуковский. Посмотрите, какое издание его книги «Современники». Это его воспоминания о людях, с которыми он дружил в своей молодости и вообще на протяжении всей своей жизни, о людях, которые оказали на него влияние, как на писателя, как на переводчика, просто человеческое влияние. Среди героев этой книги Леонид Андреев, Анна Андреевна Ахматова, Максим Горький, Антон Павлович Чехов, Репин. В общем, перечитать можно довольно-таки долго. Книжка эта культовая, она в свое время выходила в издательстве ЖЗЛ, и многие ее, конечно же, читали. Здрасте. А можно капучино один? Да, конечно. Спасибо. Многие ее прочитали еще в серии ЖЗЛ, а вот такое переиздание. Потрясающая книжка, ищите ее в подписных изданиях. Хотите, расскажу по каждому кофе о третьей книжке? Давайте, рассказываю. Книжка моего товарища Алексея Мунипова называется «Фермата. Разговоры с композиторами». Леша – один из лучших в стране специалистов по классической музыке. Не только по современной академической музыке, вообще по классической. Но в данном случае речь идет о разговорах с композиторами, которые живут сейчас, которые пишут сейчас музыку. Список этих людей совершенно потрясающий. Айгиев, Батагов, Губайдулина, Демуцкий, Десятников и так далее, Пелица, Сильвестров. Фантастический список. Леша очень долго готовил эту книжку. Выходили какие-то отдельные интервью в разных медиа, какие-то видеофрагменты этих интервью выходили. Но вот, наконец-таки, все это превратилось в единый том. Это потрясающе интересно. Вы знаете, что я не очень хорошо разбираюсь в классической музыке, и мне все время хочется узнавать что-то новое. Конечно, в первый же день, когда эта книжка появилась, я побежал ее и себе купил. А вам советую найти ее в подписных изданиях и забрать абсолютно бесплатно. «Фермата» Алексей Мунипов, разговоры с композиторами. Спасибо. Первый кофе готов. О, и второй. Лорь, на. Он с сахаром просит. Книжка номер 3 в нашем сегодняшнем наборе. Еще одна моя любимая книга, которую я читал много раз. Но это, как правило, были старые издания с блестящей редакторской работой. Но уверен, что и в этом издании тоже редакторская работа потрясающая. Я думаю, что она сделана, собственно, по кальке какого-то старого издания. Вот. Это лучшая книжка
об итальянском искусстве и, может быть, вообще об Италии всех времен и народов, написанная на русском языке. Павел Муратов. Образы Италии. Ну что вам рассказать? Павел Муратов – выдающийся русский писатель и искусствовед. Я вообще люблю такие искусствоведческие работы, которые написаны человеческим живым языком. Муратов путешествует по Италии, по всем регионам. Это север, и юг, и центральная часть. Это Венеция, Флоренция, это Рим и так далее, и так далее. И рассказывает нам о своих любимых архитекторах, соборах, церквях, живописи, скульптуре и так далее, и так далее, и так далее. Но, ну, странно, в общем, чего мне рассказывать вам о Павле Муратове и его этой книжке, если я думаю, что, еще раз говорю, вы все о ней слышали, ну, как минимум, и наверняка читали. Просто новое издание, ну, оно совершенно потрясающе выглядит, там потрясающий иллюстративный ряд. Вот, книжка замечательная. Ищите вот этот вот огромный том. Борь, подержи. Вот этот вот огромный том в подписных изданиях и забирайте его оттуда. Бесплатно. Все, пошли дальше. Ну что, у нас осталась одна книжка, книга номер 5, и еще одно замечательное издание. Смотрите, какая красота. Советская школа в 50-х, 60-х годах 20 века. Фундаментальный труд Галины Михайловны Ивановой, доктора исторических наук. Мы же ничего не знаем по-настоящему о советской школе. Но я имею в виду тех, кто в советской школе, например, не учился. А те, кто даже учились, ну, с трудом себе представляют вообще, как работал институт советской школы, да? По каким принципам писались программы, как готовились учителя и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь это расписано от начала и до конца. Очень подробно, очень интересно, с большой любовью, потому что, ну, по-разному можно относиться к советскому времени, к разным этапам вообще советской истории, но как бы отрицать то, что в советской школе, в частности, в 50-е и 60-е годы, получили образование люди, которые впоследствии стали выдающимися учеными, как в гуманитарной сфере знания, так и в точных науках. То есть советская школа подготовила выдающихся физиков, химиков, филологов и так далее, и так далее, и так далее. Вот как все это работало, что такое советская школа в 20 веке, в 50-е и 60-е годы, в книге Ивановой. Ищите ее в подписных изданиях. Всем пока!